Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, здесь у меня тюльпаны цветут полным ходом. Здесь у меня, хочу показать, я здесь 4 мая купил 3 сорта винограда. У нас там продают, ну, садовый магазинчик такой, из Барнаула привезли виноград в европейскую часть России. Вот, купил три сорта. Это Тукай, София и розовый мускат, розовый винный сорт. Вот. Замульчировал я кукурузные этой требухой. Ну, на дороге там набрал требухи этой. Там когда не косили, видимо, у них там с машины слетело. Вот немного замульчировал этой требухой, чтобы не росла вот это. Здесь у нас растет этот самый сныть. Вот. Все забило этой снытью. В свое время таскали из пруда навоз там, видимо, и притащили этот сныть. Теперь все. Весь участок нас забивает это сныть. К соседу не лезет, а только к нам. У нас вот здесь под яблонь. Я, правда, перекапываю. Раньше перекапывал, потом бросил опять. Вот, сажал даже этот самый топинамбур, чтобы топинамбур забивал эту снеть. Но сейчас и топинамбур куда-то пропал, может, замерз, вымерз, может. Вот, я что хочу показать. Здесь у меня тронулся в рост мускат розовый. Вот он. Вот она, почка уже открылась. Вот, две почки открылись, вот. Мускат розовый. София. На Софии ничего не видно, потому что это столовый сорт. И на Тукае тоже не видно, что там трогается. То есть на винных сортах почки у нас пробуждаются. Сегодня 15 мая 2021 года. Вот. Пленка. Я здесь укрывал этот виноград. Правда, нет, это другой. Тоже присланный из Крыма. Королева сада прислала в прошлом году с зеленой лозой. Все саженцы с зеленой лозой, хоть я их укрывал, они все замерзли. Поэтому, если вам пришлют саженцы с королевы сада с зеленой лозой, просто не берите, и все. Это просто вы... Ну, правда, денег взяли мало, но все равно бы, я бы, честно говоря... Я же заказывал хорошие, а мне прислали зеленой лозой. И, короче, все здесь зима. Зима прошла, под укрытиями открыл, они все с апреля. Вот. А здесь 4-го ездил тоже за посылкой из Крыма, прислали, садовод прислал. Он бесплатно прислал 8 сортов. Вот. Ну, я бы сказал бы, лучше бы я за деньги заплатил, чем за бесплатно. Ну, некоторые сорта с хорошими корневой, там корней много, а на некоторых даже очень один корешок и все. Не знаю, тронуться в рост, нет, не тронуться. Вот, то есть, конечно, лучше бы, я бы лучше заплатил, но прислал бы с хорошими корнями и с толстой лозой. А здесь лоза такая тоненькая, как соломинка. Вот. Но зато бесплатно. Вот. Сейчас я вам покажу. Вот здесь вот, видите, они покрыты воском красным. Вот. Сейчас мы переходим. Покажу, какие мне прислали. Сейчас. Вот. Вот видите, какие вот тоненькие какой-то. Это у нас. Сейчас посмотрю, здесь подписал. Дубовск. Видите, какая лоза тоненькая. Не знаю, почка тронется, нет ли. Вот. Это мне из Крыма бесплатно. Также вот еще.
Запорожский. Вот, глаза, видите, какая тоненькая. Во. Я не знаю, что тут. Честно говоря, я так ей не послал бы. С такой тонкой лозой. Сейчас еще покажу. Здесь у меня лопух растет. Я потом его сорву. Торопил. Вот. Вот какая тоненькая лоза. Видно, там воды нету в Крыму. И у них виноград ни хрена не растет. Вот. А вот вчера посадил, уже листики там, лист растет. Здесь у меня этот цветок будет, забыл как называется, постоянно спрашиваю. Так, этот вот я вчера посадил. Он, когда в посылке, почка уже тронулась в рост, но корни не там. То есть молодых корней нету. Я корни обновил, обрезал, в корневин с водой положил, немножко корневина насыпал в воду. Час постоял и вот здесь посадил. Это у нас преображение. Вот видите, вода, земля осела. Надо еще полить. Вот, не знаю, тронется, нет ли. Он у меня в банке сидел. О, сколько? 10 дней. То есть у нас холодно было. У меня в банке. Ну, я думаю, что они в банке не растут, теплицы. Думаю, сразу посажу землю и все. Вот. Ну, здесь вот подготовил две ямки. Еще два сорта у меня в теплице. А здесь уже подготовлен. Там и песок, и все. Внизу ведро конского навоза было. Там на глубине 7 сантиметров. А высаживать буду на глубину, вот на штык лопаты, глубже не буду, потому что весной на 2 штыка лопаты там уже вода стоит весенняя. Вот, спасибо за просмотр. Жмите на колокольчик. Здесь супер экстра с прошлого года росла. Не знаю, тронется просто, нет ли. Вот, ну вот, видите, какой. Какая лоза тоненькая, тоньше карандаша. Не знаю, будет что, от нее толк или нет. Вот такие прислали мне бесплатно. Вот, спасибо за просмотр. Всем пока-пока. С вами канал «Все для огорода».